субботу по всей стране пройдет акция «Ночь музеев». Присоединится к ней Хакасия. Тема нынешнего мероприятия – метаморфозы. Традиционно главная в республике площадка – новый музейно-культурный комплекс. Экскурсии, спектакли, выставки, мастер-классы, исторические реконструкции и многое другое. «Ночь музеев» начнется в 19 часов и продлится до полуночи. И что самое главное, посещение музейно-культурного комплекса в этом году будет бесплатным. Соответствующее распоряжение отдал глава Хакасии Виктор Зимин.